Где, как и какой кофе выбрать? Первый путь — это классический ритейл. Это пятерки, магазины, перекрестки. Минусы. По ГОСТу срок годности кофе год. Когда вы берете там полугодовый кофе, ну это такое себе. А компетенция продавцов. То есть если вам нужно спросить, какой кофе выбрать, исходя из того, какой вы пьете, вряд ли у вас это получится. Второй путь — это классические магазины кофе и чая. Все эти точки продают в банках. А какие есть минусы у банки? Тебе говорят, вот понюхай вот эту, вот эту, вот эту. Я это делал, я думал о том, какой мой нос в этой банке по очереди. Очевидно и правильно, где купить кофе, это кофейни и обжарщики. У производителя можно взять максимально свежий кофе. Как купить кофе? Первое, с чего бы я рекомендовал начать, это определиться своей потребностью в рамках вкуса. Второе, это понять, как вы его будете заваривать. Третий момент – это выбрать место, где вы будете покупать. Четвертый момент – донести свою потребность продавцу, где вы будете покупать.